В Алматы сегодня устраняли последствия условного взрыва и последующего возгорания в котельных. В Жетысуйском и Бустандыкском районах провели республиканское командно-штабное учение КС-2019. На место ЧП были стянуты основные силы и службы департамента ПЧС, а также энергетики и тепловики. Все работы прошли в штатном режиме, а в тушении пожара задействовали настоящую технику. При аварии на котельной современные машины способны подавать тепло для многоэтажных жилых домов, что поможет сохранить устойчивую температуру в квартирах. На этом учебном месте условно произошла авария в локальной котельной. Вот, и мы осуществляем аварийный перевод подпитки электроэнергии и подачи тепла на пожарный автомобиль. Если произошла авария на такой локальной котели, мы можем перевести нагрузку на пожарный автомобиль и таким образом дать аварийно-спасательным службам коммунальным восстановить за этот период работу котельной. В ходе учения были эвакуированы работники с верхних этажей здания, спускали пострадавших, используя альпинистские снаряжения. Всего было привлечено 314 человек и 72 единицы техники. На сегодня в Алматы есть 82 котельные, которые вырабатывают 30% тепла в городе. Основной целью учения является повышение уровня готовности городской подсистемы государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода. В ходе учения были отработаны элементы аварийно-спасательных восстановительных работ –